Мы продолжаем цикл сюжетов о том, как живет глубинка. В этот раз наш корреспондент Юлия Матвеева отправилась в село Первое Винниково. Оно расположилось всего в 30 километрах от Курска, но сохранило свою уникальность и самобытность. Первое Винниково – село известное прежде всего благодаря Надежде Плевицкой. Певица, прошедшая путь от крестьянской девчонки до любимицы императора Николая II, родилась здесь. В памяти землячки построили музей, экспозиция которого привлекает туристов из разных стран. Даже из Америки. У нас была женщина, она специально приехала, она очень интересовалась жизнью и творчеством Надежды Васильевны Плевицкой. Она приехала специально из Америки. Но в селе и сегодня живут настоящие знаменитости. Например, Дина Ивановна с патриотичной фамилией Винникова. Женщина вышивает репродукции живописных полотен, портреты, даже иконы. Сотни изделий Дины Ивановны разлетелись по стране. Но есть у нее мечта – вышить гладью президента. Я хочу вышить Путина. У меня нету портрета. Портрет бабушке подарить обещали. Ждем шедевр. Кстати, племянник Дины Винниковой унаследовал творческий ген тети. Стал профессиональным живописцем. Иван Воробьев построил в Винниково дом, чтобы быть ближе к природе, чтобы воспевать малую родину. Благодаря художнику местными видами любуются во многих городах России, а еще в Германии и США. Винниково – это мое любимое место. У меня родители отсюда родом. И я в свое время сюда перебрался, обратно из города. Поэтому, не знаю, я с детства люблю эти места. Здесь, пусть оно может быть не такое красивое, как где-то я ездил на пленэрах, видел, но здесь я душой прирос, и здесь мне все мило. Что это такое – быть патриотом? Местная ребятня узнает еще за партой. В Винниковской школе дают не только знания, детей всесторонне развивают, не забывая о здоровом теле. После уроков – спортзал. Кстати, тренажеры пользуются популярностью и у местных дам. Время есть, люди приходят, и женщины приходят, и в возрасте приходят, и с удовольствием занимаются этим. Довольно-таки упитанные. Ну, нормально. Им нравится. Всегда в хорошей форме местный почтальон. Это неудивительно. Рекомендации Минздрава про 10 тысяч шагов в день для нее – программа минимум. Меня каждый человек ждет с радостью и очень бабушки любят. Собаки меня знают, и я собаку каждую знаю. Они уже со мной друзья. Мавсар Топаев переехал сюда из Чечни почти 20 лет назад. Занимается разведением коров. В его хозяйстве 110 голов. Каждую знает по имени. Это Роза, вот Рита, и вот Звездочка, Белка. Вот она, мы по-чеченски назвали, это Деба. Деба значит плодовитая. Приплоды действительно есть. А это настоящий детский сад. Этому теленку всего пару дней от роду. Он очень хочет кушать, и я не могу пройти мимо голодного ребенка. Давай, мой маленький. Давай. Давай. Население Винниково без малого 300 человек. Они живут и работают на благо своей малой родины. И труд их освящен древним Свято-Троицким храмом, которому в этом году исполнится 175 лет. Юлия Матвеева, Максим Леонов, Геннадий Воробьев, телеканал «Сеем».